Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня хочется поговорить на тему о ощущениях мышц во время работы. Нужно ли чувствовать мышцу во время работы? Ну, как хочется, приходится, потому что приходит много вопросов именно по этой теме. Несмотря на то, что я раскрыл ее и в своей статье, и в видео, и не раз затрагивал ее в других своих статьях и видео. Найдите, изучите, если хотите, более глобально, более детально понять, как, что, почему и для чего. Сейчас часто приходится слышать и от многих уважаемых людей, что вес на штанге не важен. Но, ребята, если вес в рабочем упражнении не важен, зачем же вы тогда вообще используете отягощение? Просто приседайте, отжимайте, сгибайте руку, сидя на диване. Не все так просто. И тот человек, который говорит, что вес отягощения не важен, просто глуп. Ну, нет другого у меня обоснования, как-либо оправдать данного человека. Хотя одно есть. Если вы используете фармакологию, то вес отягощения для вас действительно не столь важен, как для натурального атлета. Но, как показывает практика, история, самые большие бодибилдеры были, естественно, те, кто самый сильный. И не только были, и остаются. Почему каждый бодибилдер старается все равно работать с серьезными приличными весами? Посмотрите, с какими весами работает Кай Грин. Посмотрите, с какими весами работает Биг Рами. Вспомните, с какими весами работал Ронни Колеман, Дориан Яц. Других людей не буду напоминать, потому что многие из вас их просто не знают, а может быть, не помнят. Ребята, сила всегда определяющая. И дальше мы начнем говорить именно для натуралов. Для натурала нет ничего важнее силы и используемого отягощения. Действительно, при тренинге на окислительные, многие называют еще медленные, хотя это немножечко разная классификация мышечных волокон, действительно, вес может и должен быть меньше того, который вы используете при обычном тренинге. Просто тренируя окислительные мышечные волокна, вы не сможете использовать те же веса, которые вы используете в тренинге для гликолитических или когда мы тренируем силу. Просто физиологически мы это с вами не осилим. Но давайте закроем вопрос о том, что вес штанги не важен. Вес штанги важен. В первую очередь вы всегда должны становиться сильнее. А для этого вы должны тренироваться по принципу периодизации. Потому что линейный тренинг, я это не раз уже рассказывал и дал хорошее обоснование тренинга натуралов, своего личного видения, своей философии к данному вопросу в специальных статьях и видео, которые так и называются «Спираль. Философия натурального тренинга». Найдите статьи, почитайте, послушайте видео. Очень важна периодизация и на каждом ее уровне необходимо повышать рабочие веса. Самый лучший способ использовать блины, блинчики скорее всего, с очень легким весом. К примеру, чтобы шаг в повышении весов у вас был не 2,5-5 кг, да, а чтобы вы каждый раз повышали вес не больше, чем на килограмм. А если вы сможете изготовить либо как-то другим способом достать себе блинчики, с помощью которых вы будете на каждой новой тренировке прибавлять себе по 200 грамм всего на штангу, это будет замечательно. Потому что чисто с физиологической, психологической точки зрения вы не будете ощущать этой разницы, да? Что такое 200 грамм. Но вы не представляете, насколько сильным вы сможете стать, используя данную методику, даже тренируясь линейно. Конечно, она тоже приведет вас к плато, к застою, но я знал парня очень долго, который практиковал данный способ
И он дошел в жиме лежа на раз на 195 килограмм. Это, ну, действительно очень впечатляющий результат для натурального атлета. 195 килограмм, при этом он не был сам очень массивным, очень большим, то есть не весил за 100 килограмм. Понимаете, это реальный путь к совершенству. За силой всегда придет масса. И чем более плавно и медленно вы это будете делать, тем лучше. Если вы будете это делать по спирали, это еще лучше, потому что данный подход никогда не приведет вас к застою. Когда вы чередуете тренировки на одну и ту же мышечную группу, каждую новую тренировку проводите разную, для примера, одна неделя это будет сила, следующая неделя медленные мышечные волокна, окислительные, правильно говорить, следующая неделя гликолитические, затем снова медленные, затем тренировка на выносливость, либо начинаем новый цикл на силу. У меня существует как минимум 3-4-5 тренировок на каждую определенную тему. На силу 5 для окислительных мышечных волокон, несколько вариантов тренинга и для гликолитических. Почему так происходит? Потому что очень много различных режимов воздействия на мышечную группу. Данная периодизация, как ничто другое, подходит натуралу для того, чтобы постоянно-постоянно прогрессировать шаг за шагом, поднимаясь по лесенке вверх. Вверх, вверх, вверх. И на каждом этапе вы можете и вы должны повышать рабочие веса. Но это все касается тех, кто прошел фундаментальный базовый уровень новичка до середнячка. Занимает это примерно 2 года. Все это описано в моих статьях, которые называются «Ступени». 4 ступени для вас, новичков, пошагово вы от полного нуля приходите на средний уровень. И на каждой ступени я даю вам тесты, по которым вы понимаете, по которым вы определяете, что вам пора перешагнуть на следующую ступень. Это очень важно. Найдите их, изучите. Неважно, вы занимались полгода, год, полтора. Найдите, изучите. Протестируйте себя. Если вы не укладываетесь в тесты, которые позволяют вам переходить на новый уровень, на уровень средний, когда вы уже можете и должны начать использовать периодизацию, основанную на различных типах мышечных волокон, забудьте все, что вы делали. Вернитесь к ступеням. По тестам, опять-таки, определившись, на какой из них вы находитесь, и продолжайте путь. Это поможет вам. И это залог того, что вы будете прогрессировать. Вернемся к теме видео. Так вот, ребята, давайте представим себе, что вы тренируетесь на силу. Как и должно быть, в первые 2 года дойти нужно до определенных силовых показателей. В моих статьях, кстати, все они даны. До каких показателей в силе вы должны дойти, чтобы начать тренироваться непосредственно по билдерским, по культуристическим методикам. Если вы новичок, приходите в зал и падаете в тренажер и начинаете качаться, вы занимаетесь херней. По-другому я не скажу. Первые 2 года должны вы посвятить набору силы и отработке техники. Почему я об этом говорю и постоянно заостряю на этом ваше внимание? Потому что, придя в тренажерный зал и, к примеру, взяв сразу же гантель и начав делать концентрированные сгибания на бицепс, вы не получите никакого для себя эффекта. Во-первых, для того, чтобы чувствовать работающую мышцу в изолированном упражнении, а концентрированное сгибание на бицепс – это изолированное упражнение непосредственно на двуглавую мышцу плеча, то есть на бицепс, вы должны быть подготовлены. Что это значит? Это значит, вы должны базой, силовым своим опытом нарастить определенную мышечную массу, но в первую очередь силу, что позволит вам потом включать в работу наибольшее количество мышечных волокон. А вы знаете, что к каждому мышечному волокну приходит свое нервное окончание.
Так вот, ни один новичок не сможет максимально включить максимальное количество мышечных волокон. Вы просто ментально даже не сможете сконцентрироваться. А вы знаете, что все зависит от центральной нервной системы. Именно она дает импульсы на сокращение. И чем более серьезно вы подходите к упражнению, то есть когда вы ментально сконцентрированы, когда нервная система научилась мощно давать импульсы в ту или иную мышечную группу, только тогда вы сможете максимально отдачу получать от упражнения базового или изолированного. Невозможно на начальном этапе, не пройдя определенный силовой фундамент, выработать в себе чувство работающей мышцы. Даже у многих тех, кто отзанимался не один, не два, не три, не пять лет, нет такого чувства. Задумайтесь, почему. Все очень просто. Именно от того, что они не прошли базовый уровень силовой подготовки. Возьмите тяжелую атлетику или пауэрлифтинг. Лучше начать с этих двух дисциплин, отзаниматься, отдавшись им полностью года два. Это и то будет лучше, когда вы вернетесь, придете в бодибилдинг. Потому что вся ваша центральная нервная система будет работать с организмом как единое целое. Когда вы подходите к штанге, которой два ваших собственных веса, пытаетесь оторвать ее от земли, а если это еще и тяжелая атлетика, если это нужно сделать толчок или рывок, поверьте, это все равно, что как идти на войну. И ваша нервная система будет точно так же реагировать на это. Если вы подходите так, танцующе, забыв вообще, где вы находитесь, думая о дискотеке или о том, сделали ли вы уроки, никакая центральная нервная система не будет воспринимать вас серьезно и то, что вы делаете. И максимальное количество мышечных волокон никогда не будет задействовано. Для того, чтобы задействовать максимальное количество мышечных волокон, ваша центральная нервная система должна быть как у гладиатора, который выходит на свой последний бой, на каждый бой, как на последний. Точно так же вы должны подходить и к тренингу. В концентрированных сгибаниях на бицепсы это невозможно сделать с первых шагов. Вы сможете это сделать, отзанимавшись 2-3 года, и будете действительно прекрасно чувствовать свои мышцы. Только потому, что вы научили свой организм этому. Всему нужно учиться. Друзья, когда вы жмете, приседаете, тянете серьезные веса, невозможно думать о том, какая мышечная группа напрягается. И этого не нужно. Потому что работая на силу и соблюдая все необходимые требования для того, чтобы чувствовать работающую мышцу, мы просто не будем работать на силу. Нам не будут поддаваться те веса, которые необходимы, которые нужно использовать в данных упражнениях. Понимаете? Придет время, когда вы будете тренироваться как культурист, и когда ваши веса будут немножечко поменьше, и вы будете концентрироваться именно на рабочей группе. Но, повторяю, представьте себе, вы ложитесь на жим лежа, думаете о грудных мышцах, плавно, медленно опускаете штангу, мощно, но подконтрольно выжимаете ее. Если вы будете думать о том, какое мышечное волокно у вас напряглось, вы не сможете показать максимально хороший результат, который необходим для того, чтобы росла сила. Здесь сделаю маленькое отступление. Не забывайте, что за силой идет масса. Никак не наоборот. Но вы, тренируясь в отказ, убиваете силу. Сила и отказ – это две разные вещи. Если вы хотите наращивать силу, а вы должны этого хотеть, то никаких отказных тренировок. Для отказов есть свои тренировки, к которым вы подойдете. И нужно понимать, что отказов тоже бывают два типа. Посмотрите об этом видео. Нужно четко понимать, когда, для чего применять отказ. Но отказ отказу рознь. Нужно тоже понимать, этого многие не понимают, что работать в отказ и работать за отказ – это две разные вещи. Если вы, тренируясь на силу, дошли до того, что вас забаранило, то есть вы не смогли выполнить последнее повторение,
Забудьте о приросте силы. Вы оттолкнули себя назад в росте силы. Не то, что остановились или не выросли, вы оттолкнули себя назад. Никогда, тренируясь на силу, вы не должны тренироваться в отказ. Посмотрите, как тренируется элита современного пауэрлифтинга. Никаких отказов. Американские жимовики, которые сейчас в мире самые сильные, не будем брать нашего богатыря Сарычева, вообще, в принципе, практически никогда не тренируются на субмаксимальных весах. Они нарабатывают нервно-мышечные связи, как раз-таки работая от 50 до 75% от разового максимума. Но работают они на скорость. Это тоже отдельный вид тренинга на силу, который вы потом будете проходить в периодизации. Но, чтобы выработать вот это максимальное усилие центральной нервной системы, не просто максимальное усилие, а это усилие должно быть на грани того, выжили-выжили, не выжили-умерли, присели-встали-выжили, присели-не-встали-умерли. Если такой будет настрой, то будет идти рост силы, и каждый раз центральная нервная система будет понимать, что это экстремальная ситуация, и задействовать все больше и больше нервных окончаний. Чем больше нервных окончаний задействовано, тем больше мышечных волокон будет сокращаться. Чем больше мышечных волокон будет сокращаться, тем быстрее будет происходить вся необходимая химия внутри мышцы, которая необходима для роста той самой мышцы. Понимаете, все идет пошагово. Одно тянет за собой другое. Перестаньте дрочить свои бицепсы. Перестаньте думать о жиме лежа и концентрированных сгибаниях на бицепс, приходя в тренажерные залы. Перестаньте смешить всех культуристических богов. Перестаньте относиться к себе несерьезно и к тому занятию, которым вы хотите посвятить себя. Перед тем, как заниматься чем-либо в жизни, особенно каким-либо спортом, изучите все, продумайте все у себя в голове, проанализируйте, и вы поймете, что невозможно просто так прийти, ни разу не быв знакомым с железом, взять гантельку, сконцентрироваться и прочувствовать мышцы. Нет. Если, конечно, вы не йог высшего уровня. Йоги высшего уровня могут усилием воли задействовать необходимый нейрон и напрячь даже отдельный кубик на своем животе. Кубик пресса имеется в виду. Чтобы достичь нам такой концентрации, мы тоже, как йоги, должны отдаваться тренировке, как медитации. Приходя на тренинг, используйте лучшее свое знание, которое вы сможете получить. Очень прекрасно об этом говорил Дориан Яц. Дориан — единственный не американец, который выигрывал титул мистер Олимпия, причем не один раз, живя не в Америке. И тренировался он в подземелье, где концентрировался на каждом тренинге. Когда приходили снимать видео, известное кровью и потом, то ошибся видеооператор и как-то один раз не снял тренировку. Говорит, давай сходим еще раз переснимем. Дориан усмехнулся, сказал, теперь тебе придется ждать следующей недели, чтобы я показал тебе свою тренировку. Понимаете, показуха, тренинг, концентрация, ментальность, все это очень важны. Хотите заниматься показухой? Займитесь чем-нибудь другим. Бодибилдинг не для вас. Бодибилдинг — это пошагово. Бодибилдеры не тупые люди. Если человек смог достичь чего-то в каком-то виде спорта, тем более в таком сложном, как наращивание мышечной массы, значит, он в чем-то доразбирается. Очень грамотно нужно подходить к любому делу. Почему я это все так подробно пытаюсь донести до вас? Потому что очень много чуши, ребята. Говорят, что нужно прийти в тренажерный зал и сначала тренировать свои мышцы в тренажерах. Нет больше глупости. Потому что вы слышали, хотя такого нет, функциональный тренинг. Не зря он так называется. Потому что приседая, делая тяги, подтягиваясь, отжимаясь от брусьев, вы задействуете свои мышцы в комплексе.
И когда это происходит, ваше тело получает определенную отдачу, вы, все ваши мышцы работают как единый организм. Есть такое замечание, и это было не раз доказано, не знаю, почему об этом не говорится, что если тренировать только изолированными упражнениями отдельные группы мышц, то координация, мышечная координация теряется. Грамотный, умный человек уже понимает, почему. Потому что иннервация мышц происходит в центральной нервной системе. Центральная нервная система дает вам импульс, но не забывайте, что она также получает и обратные сигналы. И если вы, поставьте эксперимент, если вам интересно, забудьте вообще о базе, тренируйте исключительно свои мышцы только не базовыми упражнениями, когда будет задействована исключительно отдельная мышечная группа. Через год координация ваша ухудшится. Особенно если вы, как и я, тренируетесь еще и занимаетесь каким-то либо другим видом спорта. Я, к примеру, хоккейный вратарь. И если я буду делать только изоляцию, то моя мышечная координация сильно пострадает. Так вот, а когда вы делаете базу, мышечная координация улучшается. Привести какой-нибудь простой пример, чтобы вы поняли это. К примеру, все мы с вами учились в детстве кататься на велосипеде. Ну, кроме моей жены, я ее научил уже потом, когда с ней познакомился, ей был уже 21 год. Но как это происходит? Грамотный, умный отец, который учит своего ребенка кататься, использует ролики, колесики, помните, сзади такие маленькие на заднее колесо цепляются, которые вас страхуют, чтобы вы не упали для равновесия, непродолжительное время. Потом убирает одно колесико, потом убирает второе колесико, как бы придерживая ребенка. И происходит момент, когда ребенок думает, что отец его поддерживает, страхует, на самом деле отец отпускает его, и ребенок поехал. Так представьте себя просто, вот вы не умеете кататься на велосипеде, но с уже опытом, естественно. Представьте, мы с вами не умеем кататься на велосипеде и хотим научиться. Сели на велосипед и начинаем задумываться о правилах педалирования. А есть определенные правила, когда велосипедист давит только на педаль вниз, в принципе, не участвуя практически в подъеме. Профессиональные велосипедисты, многие пользуются этим, чтобы ноги не уставали. Но это один из видов техники. Я знаю, что сейчас многие используют еще и технику, когда и помогают педали подниматься. Но представьте, если вы вот это все будете думать, то вы никогда не поедете. Когда мы садимся и учимся кататься, мы думаем просто в общем обо всем. Мы не думаем о том, блин, как бы правую руку держать так, левую так, находить баланс, ноги, какая мышечная группа где включается. Если вы будете об этом думать, вы будете падать постоянно. А если вы не задумываетесь, если вы задумываетесь в общем о сохранении равновесия и необходимости педалирования, то вы двигаетесь. Понимаете, это все равно, что научитесь нырять сначала в бассейн, а потом мы вам нальем воду. Не бывает ничего более глупого, чем пытаться научить какую-то отдельную мышечную группу, пытаться чувствовать, чтобы она давала вам отдачу. А когда вы чувствуете вашу мышечную группу, это именно мышечные волокна дают вам сигналы в обратку. Научитесь сначала максимально давать мощный импульс по максимально возможному количеству мышечных волокон, точнее, по максимально возможному количеству нервных окончаний, которые приходят к мышечным волокнам. Вот тогда ваши мышцы будут давать вам ответную реакцию. Но, опять-таки, особенно для девочек, которые приседают и говорят, что мы не чувствуем, как работают наши ягодицы. Неважно, девчонки, если вы их не чувствуете, но вы приседаете грамотно в широкой стойке, глубоко ниже параллели, вы не можете просто, чтобы ваши ягодичные мышцы и мышцы бицепса бедра не задействовались. Если вы их не чувствуете, неважно. Как сказал Линда Вир, не все, что болело, росло, да? И не все, что выросло, болело. Хотя, кстати, Линда Вир тоже утверждает, что вес на штанге не важен. Но вы понимаете теперь, почему он это утверждает. Для натурального атлета вес отягощения очень важен. С чем большим отягощением при правильной грамотной технике, при необходимом нужном режиме тренинга на определенные мышечные волокна вы работаете, тем больше вы будете.
И повышение рабочих весов – это конкретный показатель того, что у вас идет прогресс. За ним обязательно придет масса, если вы правильно тренируетесь, правильно питаетесь, правильно отдыхаете. Не забывайте, тот же Дориан Ятс сказал, что тренировки нужно подстраивать под возможности нашего питания и восстановления, а не наоборот, как делают многие. Если у вас работа такая, что вы плохо высыпаетесь, мало кушаете, и тренируетесь при этом, пытаетесь еще интенсивно тренироваться, не будет у вас прогресса, вы будете только вредить себе. Тренируйтесь более нежно по отношению к себе. Тогда, когда вы восстановите, наладите свое питание, когда ваш сон будет полноценным, вы можете перейти уже к более интенсивному тренингу, что даст вам действительно хороший результат. Итак, ребята, вес штанги очень важен. Очень важно первые 2 года тренироваться на силу. Не страшно, если вы в каком-то упражнении не чувствуете той или иной мышцы, ну, непосредственно на которую вы хотите работать. И еще раз для девчонок, когда вы приседаете или делаете становую тягу, вы не чувствуете ягодицы по той простой причине, что вы вовлекаете в работу в этих 2 упражнениях максимально возможное количество мышечных групп. Практически все мышечные группы работают. Почему вы должны чувствовать именно только ягодицы? Может быть, но не обязательно, через какой-то огромный промежуток времени вы прочувствуете уже ягодицы, когда достигнете уровня йогов, когда сможете концентрироваться в любом, к примеру, упражнении, даже когда просто сидеть будете, вы сможете напрягать ту или иную мышечную группу, возможно, даже мышечное волокно, какой-то мышечный пучок. Но не стоит из-за этого переживать. И опять-таки, когда вы тренируетесь на силу, думайте только о силе, о том, как выжать вес. Не задумывайтесь о том, какая мышечная группа у вас работает и почему вы ее не чувствуете. В изолированном упражнении, когда вы уже на уровне середнячок или выше, концентрируйтесь в работе на гликолитические мышечные волокна, на окислительные мышечные волокна, на работе мышц. Пытайтесь получать ответную реакцию, но только не в работе на силу. И это касается любых уровней. Когда вы на новичок уровне, новичок, вам необходимо тренировать только силу. Естественно, вы не думаете о том, чувствуете ли вы или нет ту или иную мышечную группу. Когда вы выходите на уровень, когда вы включаете уже периодизацию, то вы также не стараетесь чувствовать ту или иную мышечную группу, тренируясь на силу. А вот уже в других режимах тренинга стараетесь это почувствовать. Друзья, думайте всегда головой. Надеюсь, данное видео было вам полезно, и оно было без подготовки. Я не писал сначала, как обычно, статью, просто делился с вами своими мыслями вживую, так сказать. Надеюсь, я вам смог донести, а не еще больше запутать. Но если так получилось, уж извините, пишите в комментариях свои вопросы, вы знаете, я на все обязательно отвечаю. Я не навязываю никому свою точку зрения, не нужно писать мне в комментариях гадости. Если вы со мной не согласны, просто проходите мимо. Если у вас есть конструктивная критика, хороший пример, пишите. Если это будет корректно, такой комментарий тоже пройдет. Но хейтеры или просто больные люди, старающиеся обосрать всех и вся, просто проходите мимо, даже не пишите, потому что ваш комментарий не пройдет. Он просто не будет пропущен системой, если вы будете использовать какую-то ненормативную лексику, оскорблять меня или каких-либо других зрителей моего канала. Такие комментарии просто даже не появляются. Берегите свое время, если вы его цените, ну и мое время тоже. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.